Тубельский не сразу придумал школу самоопределения. Это, мне кажется, очень важно понимать, потому что тогда действительно существовало, и жалко, что нет Александра Зодчича, ему было бы приятно, и с его легкой руки, вот это движение, когда, которое стимулировало придумывание собственных каких-то оригинальных школьных идей. И я помню, он мне рассказывал, Александр Ильич, со смехом уже потом, что ему звонят откуда-то из какого-то сибирского богатого региона и говорят, скажите, пожалуйста, нам надо создать авторскую школу, какие нужны документы? Он говорит, концепция. Они говорят, это понятно, там вот приказы какие нужны. Он говорит, сначала надо идею придумать. А, ну тогда мы позже позвоним.